да? Здравствуйте. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». Сьогодні з нами в гостях політик, громадський діяч Леонід Кожара. Вітаю вас. Добрий день. І в мене для вас, до вас таке перше запитання. Я думаю, що ми будемо дивитись на ситуацію, в принципі, в країні з моменту її початку історії. Тобто ми розуміємо, що в Радянському Союзі була дуже така серйозна політична школа. І ми знаємо, що от ви пройшли навіть вищу ж партійну школу Радянського Союзу. З вашої точки зору, чому так сталося, що Радянський Союз розпався? Ну, наверное, начну с того, что еще в 89 году советская экономика была второй в мире. Первая в мире была американская экономика. И по американским оценкам экономика Советского Союза была где-то с ВВП 2,5 триллиона долларов США. По ценам 89 года. Если мы возьмем, вы помните, что в 91 году было подписано соглашение о разделе долгов и активов бывшего Советского Союза, то все бывшие республики СССР согласились на том, что экономика Украины составляла 16,37% от общесоюзной экономики. Что, ну, это уже великие показатели. Да, что по тем ценам равнялось приблизительно 410 миллиардов долларов США. Это ВВП Украины одной. Для сравнения, в то время валовый национальный продукт Китая был 380 миллиардов. То есть экономика одной Украины была больше, чем экономика всего Китая. С точки зрения 30 лет, которые прошли, мы видим, что сегодня экономика Китая составляет где-то 10 триллионов долларов США за новыми ценами. Но, тем не менее, это вторая экономика в мире. Экономика Украины сегодня где-то в районе 120 миллиардов долларов. То есть она меньше в 3,5 раза, чем экономика советской Украины. А если брать соотношение цен и курс доллара на то время и сейчас, то где-то приблизительно в 10 раз меньше экономика Украины, чем она когда-то была. И эта цифра говорит о том, что наша экономика сегодня где-то в 9 раз меньше китайской. И вот возникает вопрос, что же произошло? Почему за это время Китай, да не только Китай, мы возьмем Польшу, которая 30 лет назад, ну, вообще невозможно было сравнивать с экономикой Украины. Ну, а если мы берем Польшу, мы видим, что ей очень много кредитов просто пробачили, ей списали борги и давали еще борги. То есть мы видим такие от международных инвесторов, некий план Маршалла, который работал на территории Польши, и мы сейчас видим его наслідки цього плану. Тому, якщо ми порівняємо там Болгарію, наприклад, і Польщу, то в Польщі економіка набагато сильніша, а в Болгарії там занепад. Але я все ж таки хочу повернутися до конкретної ситуації. Невже політики тоді в Радянському Союзі не розуміли, що розпад Радянського Союзу призведе в першу чергу до дуже такого важкого удару для економіки, що у Радянському Союзі економіка була як єдиний механізм. А коли почалися оці кордони, коли процес розпаду почався, було очевидно, що економіка, ну, м'яко кажучи, не буде працювати так, як працювала. І ми бачимо, що дійсно оці зв'язки між підприємствами, вони настільки були зруйновані, що фактично у нас цілі там десятки, сотні, там тисячі заводів просто різали на металобрухт та вивозили до Турції. Ну, це дуже великий комплексний вопрос. Я думаю, навіть зараз, мабуть, многие люди, многие экономисты пока еще не улавливают тенденцию, что
ліберальна економіка, та економіка, яка нав'язувалась новим странам, членам Європейського Союзу, той же Польщі, наприклад, економіка, яка господствувала останні 70 років, і центром ліберальної економіки були Сполучені Штати Америки, які стали самой экономически мощной страной после Второй мировой войны. Вот эта схема, когда в общем хаосе предпринимательства, либерализма рождается какой-то продукт, товар, то либеральная экономика постепенно терпит крах и уступает свое место нелиберальным экономикам. Плановым экономикам. Чтобы это подтвердить, это, кстати, очень легко подтвердить. Смотрите, в этом году, в 2019, мир, рост мирового ВВП составляет где-то около 4%. При этом экономика Европейского Союза, плановый рост, в этом году составит 1,6%. То есть экономика Европейского Союза отстает от общей мировой экономики больше, чем в два раза. Экономика Соединенных Штатов Америки, самой либеральной страны в мире, где-то вырастет в этом году на 2,3. То есть тоже меньше, чем средний мировой рост. Что же происходит? Если мы знаем, сколько в этом году мировая экономика всех стран произведет денег, то мы увидим, что где-то произведут больше, где-то меньше. Это означает, что мировой центр ресурсов, капиталов постепенно переползает из условного Запада на условный Восток. Естественно, лидером этого процесса является Китай сегодня, для которого показатели роста, как в Европе, это немыслимые. Китай последние годы меньше 7% роста в год не давал, когда был Советский Союз. Я уже начал свою трудовую деятельность и карьеру, и последние годы Советского Союза я застал сотрудником аппарата Верховного Совета, тогда еще Украинской ССР. И я как бы это переживал все, каждый день. У меня сын родился, и я в 89 году, я помню, я не мог найти детское питание для своего сына, я не мог его одеть. И вот такая специфика экономики, я думаю, что она вызывала очень серьезное недовольство среди широких масс населения, и она создавала информационное и идеологическое давление на центральные органы Советского Союза. Тоді, навіть, не було розуміння цього. І, ну, я от просто не уявляю, як це можливо, коли ми бачили сильну державу, яка може будувати будь-що. А от, ну, я не розумію, чому, наприклад, не було прийнято рішення, щоб товари групи «Б» виробляти в достатній кількості для того, щоб не тільки задовольнити потреби населення, а й інших, населення інших країн світу. Ну, це очевидно, це елементарно. І такий об'єм ресурсів, який був в Радянському Союзі, це було елементарно налаштувати. Була воля політиків, які, в принципі, задавали вектор і в економіці теж. Ну, от, мабуть, ви почали аналіз ключевого такого момента. На самом деле, да, руководство Советского Союза, к сожалению, не смогло правильно сориентироваться в той ситуации, когда нарастали центробежные силы в Союзе, росло националистическое движение, потому что оно питалось народным негодованием, отсутствием продуктов питания, товаров массового потребления. И вместо того, чтобы сделать то, что буквально уже начинал делать Дэн Сяопин в Китае, и в Китае тоже начиналась перестройка, когда Дэн Сяопин выпустил
частное предпринимательство на улице китайских городов, сел. И когда Китай из голодной страны, и страны, как я уже говорил, валовый национальный продукт, который был меньше одной маленькой Украины по сравнению с Китаем, то в это время, к сожалению, Горбачев и Центральный комитет партии Советского Союза пошли совершенно по другому пути. По пути либерализации, прежде всего, политической системы, которая могла произойти гораздо позже. И нужна ли она сейчас? Вот у нас либеральная политическая система превратилась в то, что на самом деле все политические партии, все средства массовой информации, ну не все, большинство, вот те элементы демократического общества, они находятся в руках олигархов. Тех людей, которые вовремя сориентировались в той мутной политике приватизации всего и сконцентрировали народные богатства в своих руках. Так в Америке, в Европе тоже так. Правильно. Поэтому, если бы мы начали немножко с другого, а Горбачев мог бы разрешить мелкое частное предпринимательство. И, кстати, кто вспомнит далекий уже январский 1987 года пленум ЦК КПСС, который взял курс на перестройку, курс на определенную либерализацию экономической жизни, когда кооперативы начали разрешать, то есть людям разрешили частное предпринимательство, но при этом КПСС не смогла решить ключевые вопросы, вот то, о чем я говорил. Пересмотреть идеологию классовой борьбы, потому что даже в условиях, когда создавались кооперативы, идеологически те люди, которые проявляли частную инициативу, они были врагами и для правоохранительных органов, и для силовых структур, для той же милиции, прокуратуры. Вот надо было с этого начинать. А китайцы с этого начали. И китайская перестройка, которая началась практически тогда же, когда и советская перестройка в 1987 году, принесла вот такие результаты. Там, где экономика, грубо говоря, товаров группы Б, товаров народного потребления, находится в частных руках, а самые большие китайские производства, критическая инфраструктура и все остальное находится в руках государственных. Где государство может планировать свое развитие на десятилетия вперед, вот мы этот момент не уловили. Распалась громаднейшая страна, вторая экономика мира, первая территория мира с населением 320 миллионов человек. Кстати, если мы сейчас соберем население всех бывших советских республик, то вряд ли там окажется снова 320 миллионов человек. Так, навряд ли, да. Вот такое произошло, и я думаю, что вина лежит прежде всего на центральных партийных и государственных органах. Ну и роль Михаила Сергеевича Горбачева здесь громаднейшая. Это Кравчука. Ну, в то время центральные органы Коммунистической партии Украины, может, не такую большую роль играли, но негативная роль тоже была. Хотя бы потому, что уже начиная с декабря 1991 года, с момента проведения референдума о независимости... Другого референдума. Да, Украина взяла курс на развитие, создание неправильных систем экономики, политики, социальной системы. Ну и займалася вирощуванням олігархів. К сожалению, да. А от з вашої точки зору, тобто ми зараз бачимо дуже такі турбулентні процеси щодо України. Вам не здається, що от ті політики, які тоді ініціювали розпад Радянського Союзу, вони... В принципі, продовжують працювати в напрямку розпаду України. І таким чином створюють ситуацію, коли
країна і далі починає розвалюватися, по суті. І це ми бачимо і як в економіці, як і в геополітичних аспектах. Тобто ми бачимо конфлікт на Донбасі, і ми бачили, як, по суті, без жодного пострілу фактично віддали Крим тодішні політики. І чи не здається вам, що ті політики, які були партноменклатура в Радянському Союзі, які тоді зіграли свою негативну роль, зараз вони продовжують її грати, і зараз ми бачимо ті ж самі руйнівні процеси? Тот общественно-политический строй, который мы сегодня имеем, он описан очень давно величайшими умами человечества. Вот я как человек с юридическим образованием, у меня специальность международное право. Я изучал труды Платона, Аристотеля. И вот 2000 лет назад греческие мыслители, о которых я говорил, вывели формы государственного устройства. И вот еще у Платона было описано, что формы правления в государстве бывают демократия, власть народа, политея, там, где власть политиков, и олигархия. Олигархия – это когда самые богатые люди, они фактически и определяют общественно-политический строй. Эта теория развивалась 2000 лет, и вот сейчас мы имеем в нашей стране классическую олигархию, которая означает, что десяток самых богатых семей в стране, они влияют на жизнь каждого из нас. Они влияют, начиная от решений местных органов власти до принятия законов, государственных решений и всего остального. Але ж мы знаем, что они живут не в вакууме. Если брать наших олигархов, то если сравнивать их с международными корпорациями, международными олигархами, то они просто маленькие дети, которые играются в своем садочку. Але на цей садочок дуже суттєво впливають саме закордонні олігархи, закордонні корпорації, в яких дуже багато грошей, і лобістами яких є представники посольств різних країн, які дуже можуть аргументовно нашим олігархам елементарно пояснити, що потрібно робити так, а не так. І фактично у нас вплив за кордону, він, ми бачимо, набагато сильніший, ніж вплив будь-якого українського олігарху. І тут же питання постає щодо суверенітету. А правда написано в Конституції, коли там написано «Україна суверенна та незалежна», коли ми бачимо, що навіть українські олігархи нічого не можуть зробити з таким чинником, як закордонний вплив? Ну, то, що наші українські олігархи глобалізовані, в этом тоже нет секрета. Потому что, ну, глобализованные, это просто глобальная экономика. Керовані, вот, если військовою мовою, керовані за кордоном, бо вони гроші там. Их можуть элементарно зробити за кордону бідними, просто заблокувавши рахунки. Ну, это, скажем так, частность. Потому что, если брать более общую картину, то наши олигархи, они участники глобальных, прежде всего, экономических процессов. Потому что, ну, начнем с того, Украина – это экспортная страна, и где-то 60% нашего ВВП – это экспортный потенциал. Сегодня меньше, потому что мы гораздо меньше производим, но в лучшие времена Украина большинство производимых товаров экспортировала за рубеж. Поэтому те собственники украинских заводов, земли и всего остального, они тоже глобализированы. Они участвуют в тех мировых схемах мировой торговли, где господствуют транснациональные корпорации. И, естественно, самые богатые люди Украины на фоне капиталов транснациональных корпораций – это мелкие песчинки на самом деле. Если мы посмотрим вот этот список Forbes, американского издания, который дает там 100-500 самых богатых людей всего мира, ну, в лучшем случае 1-2 наших олигарха в конце списка попадают, то, естественно, они вынуждены участвовать. Когда мы играемся
с транснациональными компаниями, то, естественно, мы получаем и внешнее управление. И такая страна, как Украина, коррумпированная, олигархизованная, я бы так сказал, естественно, она не может противостоять внешнему влиянию. Если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, то я вам скажу, да, то в этой стране находится невероятно сильное государство с очень стабильными, такими прочными демократическими інститутами. Ну, ви маєте на увазі, що, наприклад, якщо хтось захоче купити корпорацію Boeing, то в нього нічого не вийде. І, наприклад, чи корпорацію, ну, там, Lockheed Martin, чи Apple, тобто, чи Google, в них просто немає можливості, навіть теоретично, навіть якщо в них є гроші, купити ці компанії, бо вони контролюються державою. Я правильно розумію? Правильно. И в таких больших экономически мощных государствах большие бизнесы являются партнерами государства. К сожалению, в наших условиях большие бизнесы являются собственниками государства. И зачастую собственниками каждого из нас. Потому что, я уже говорил, олигархи имеют влияние свое от решения местных органов власти до закона Верховной Рады Украины. И в этом существует большая проблема. Кстати, я вам скажу, что вот тот общественно-политический строй, который мы создали, он даже издалека напоминает демократию. Потому что возьмем информационное пространство, мы видим, есть каналы оппозиционные, информационные каналы, есть каналы проправительственные, но на самом деле за этим стоит за всем борьба олигархических кланов. Иногда, кстати, эта борьба носит территориальную окраску. Допустим, донецкий клан сражается с днепропетровским, днепропетровским со львовским и так далее. Но, по сути, вот та система, которую мы создали, она не демократическая, а вот именно олигархическая. Якщо ми подивимось на таку нашу політичну інфраструктуру, можна і так називати, у нас є представники олігархів, це правоцентристські та праві політичні партії, тому що олігархам дуже так чомусь комфортно саме в правих ідеологічно політичних структурах. Але ми бачимо, що в нас в Україні, по суті, знищені ліві партії, які могли би пропагандувати та втілювати в життя саме соціальну складову, саме ті чинники, які фактично захищають населення. Тобто ми бачимо зараз, що у Радянського Союзу була дуже соціальна, сильна така соціальна сторона. А зараз просто вона знищується, знищується і знищується поступово, але методично. І немає навіть жодної політичної сили, яка намагалася б навіть ці процеси якимось чином зупинити. Чому так сталося? К сожалению, в социальной державе Украина, а то, что украинское государство социальное, это закреплено в Конституции, а на практике это должно означать, что государство должно работать прежде всего в интересах общества и государства. Все это отсутствует. И, естественно, олигархов больше интересуют партии либерального, консервативного, то есть правого спектра, потому что они больше служат интересам этих олигархов. К сожалению, вы правильно говорите о том, что левый фланг в Украине разгромлен, и те левые силы, которые когда-то присутствовали в парламенте, а мы помним, и коммунистическая партия Украины, и социалистическая партия Украины выигрывали выборы и участвовали в разделе мест в парламенте, и, то есть влияли непосредственно на власть, эти партии ушли в небытие. Ну, важко просто бути лівими партіями, якщо там міні-олігархи вже сформувалися з народних депутатів різних там комуністичної партії, там такі інших там лівих партій. Вони просто не було довіри. Це ж очевидно. Ну,
сожалению, те партии, о которых я говорил, на практике тоже были квазилевые политические партии, потому что политическая система, а именно вот этот политический рынок в Украине, он работает тоже в угоду олигархам. И если нет помощи или поддерживающего влияния какого-то олигарха, любой партии, она не жизнеспособна. И политическая работа в нашей стране, к сожалению, стоит очень дорого. Содержание партии, чтобы эта партия могла бороться на всех выборах, от местных до выборов в Верховную Раду Украины, нужны колоссальные средства. Вот я вам один только пример скажу, как работает политическая система у наших соседей. Вот в 2016 году на парламентских выборах в Словакию победила партия СМЕР, социальная демократия. Это партия социал-демократического направления, левая партия, которую возглавляет Роберт Фица. Он был долгое время премьер-министром Словакии. И так случилось, что я выезжал в Словакию и, кстати, помогал немножко даже моим партнерам, политическим коллегам по выборам в Восточной Словакии, где присутствует большая русинская диаспора, и встречи были с лидерами Руси. Но это не столь важно. Так вот, СМЕР потратил на все выборы 2016 года 2,5 миллиона евро. И когда такую цифру называешь в Украине, я смотрю, наши политики улыбаются, потому что очень часто... Ну, так, це ціна приблизно Київського мажоритарного округу. Щоб про, іноді цих грошей навіть не вистачає. От що відбувалося в цій олігархічній системі, коли політична система корумпована, державна система корумпована, коли немає настоящей політичної конкуренції, а партії, вони сражаються за інформаційний ресурс. Все это исключительно дорого, и мы, честно говоря, украинский народ, к сожалению, ни одного разу не избирал по-настоящему демократический парламент. Вот что происходит. И то, что произошло совсем недавно, последние парламентские выборы в Украине, и при всем внешнем спокойствии и соответствии закону, но мы-то понимаем, что те партии, которые прошли в парламент, они представляют прежде всего интересы не народа, а интересы вот тех десятка самых богатых людей в Украине. Ну а вы их особисто знаете? Я в силу своей политической работы, тех должностей, которые я занимал, я знаю лично большинство украинских олигархов. А от з вашої точки зору, саме вони доклали руку щодо знищення лівої, по суті, ідеології у політиці в Україні? Ви знаєте, мені кажется, що как бы непосредственного інтересу у наших олігархів уничтожати лівої партії не було, но та система, яку вони створили, там, де она не давала змоги партия должна існувати, идти, я правильно розумію? Да, на парламентские выборы. Если у тебя нет, допустим, 100 миллионов долларов, у тебя нет шанса пробиться, то вот эта система, конечно, выталкивает левые партии, которые основываются прежде всего не на деньги олигархов, а на интересы простых людей. Им нет места. И я, как в прошлом лидер тоже одной из левых партии, партии социалисты, я это все прошел. И если у тебя нет средств, которые сравнимы со средствами других политических партий, шансов нет. Ну, але, вот такое запитание, я думаю, что, ну,
Невже ці от олігархи, які приймають рішення, яку політичну партію фінансувати, яку ні, який рівень соціального, там, соціальний рівень тримати в Україні, вони не розуміють, що якщо в них не буде сильної незалежної держави, то в них, по суті, зникне та кормова база, на якій зараз вони паразитують. Ну, тобто, це очевидно. Вони зараз, я так розумію, що вони просто знищують ту країну, яка, по суті, дала їм змогу стільки заробляти. Ну, це якийсь нонсенс. Вони ж розуміють, що коли вони навіть інтегруються, якщо вони інтегруються в міжнародні агрохолдинги, вони будуть там пішаками, навіть не фігурами. Це такі очевидні речі, і зараз чомусь ми от прийшли до такої ситуації. Я не думаю, що там ну, дуже ці люди якісь неадекватні. Чому вони допустили таку ситуацію? Невже вони не бачили, що коли фактично знищується суверенітет країни, це по них вдарить теж? Ну, ми розуміємо, що найбагатіші люди країни – це, прежде всього, капіталісти. І вони обов'язані управляти своими громадными капиталами. Когда ты большой капиталист, то ты не всегда остаешься как бы простым Людина. Человеком, индивидом. Ты тобто человек, людське зникає з людини. Ты, ну, я немножко не об этом. Любой из украинских олигархов это и человек, и перефразируя классиков поэзии, это и пароход одновременно. Это большая система, большая машина. И это машина, которая состоит из руководства множества компаний, которые входят в какое-то централизованное управление, в холдинг чего-то. Это тысячи бюрократов, это коррумпированные чиновники, которые содержатся за счет этих громадных финансовых машин. Эта система требует прибыли не через 10-15 лет, тем более не через 50. Эта система не может думать категориями грядущих поколений. Эта система думает прибылью завтра. Вот то, что мы говорили о либеральном мире, там, где капиталист, он должен обеспечить прибыль на завтра, потому что он прогорит просто. Поэтому эта система во многом работает на самоуничтожение. И если бы здесь вмешивалось государство и заставляло самых богатых людей жить по правилам, а именно вкладывать деньги в энергосберегающие технологии, вкладывать деньги в чистую экономику, то, возможно, бы жизнь была по-другому. Но система наша работает наоборот. Не государство ставит правила игры для олигархов, а он и олигарх, потому что он ставит правила игры для всего государства. Поэтому система требует прибыли завтра. То есть я, если вас правильно понимаю, олигархи – это такие наркоманы финансовые, которые имеют такие суцидальні нахили. От, і таким чином вони розуміють, що це призведе до руйнації саме їхнього бізнесу і країни, і не можуть зупинитися. Я правильно розумію? К сожалению, система без жорстких рамок працює на самоуничтожение. І ми бачимо, наскільки, кстати, сокращаються капітали самих багатих людей. И как миллиардеры переходят в миллионеров, они очень зависят от конъюнктуры мирового рынка. Угу. Бюджет Украины, как главный источник наживы и для тех же олигархов, постепенно сокращается. Вот смотрите, украинский ВВП в 2013 году составлял 183 миллиарда долларов. В этом году где-то около 120 будет. Угу. Денег становится меньше. Но система заряжена на выдавливание последних ресурсов. А государство не может вмешаться в этот процесс, потому что государство стоит на службе у этих богатых семей. Поэтому олигархам не нужно 52 миллиона человек.
Им нужно только те люди, которые работают в создании прибыли. Ну, можно для наркоманов. Доза прямо зараз. Олигархам не нужно украинское село. А мы знаем, что еще совсем недавно в украинском селе проживало 35% населения страны. Вот мы брали Советский Союз. Возьмите 52 миллиона граждан Украины, которые еще в советские времена проживали, от них 35% это сельское население. Сегодня крупным транснациональным корпорациям, я извиняюсь за грубость, начхать, что 10 миллионов и больше людей живет в сельской местности. И там, где раньше работал колхоз, правильная эта организация труда, неправильная, но люди имели работу. То сейчас на месте колхоза, где было трудоустроено 1500 человек, и жило село, процветало, олигарху от сельского хозяйства нужно 5 человек. Ну, и он, используя эффективные средства производства, используя рабский труд людей, он имеет прибыль. Но его не интересует, что случится с теми людьми, которые там проживали. И вот здесь государство должно как раз вмешаться и спасти этих людей. А государство не в нашому служит випадку. Олигархам. Не в нашому випадку. Да. Еще таке питання. От ви працювали на протязі свого життя на різних посадах, в міжнародних відносинах, Міністерстві закордонних справ. От з вашої точки зору, що змінилося за ці роки? Тобто ми розуміємо, що закордонний вплив, він був і тоді, коли держава Україна з'явилася на мапі. І він є зараз. Яким чином от посилювався цей вплив, і яким він був тоді, і яким він є зараз? Поясніть, будь ласка. Якщо ми візьмемо мир 30 и больше лет назад, мир был поделен. Хорошо это или плохо, но качество международных отношений формировалось под так называемой идеологией стратегического противостояния. Двух больших государств, больших систем, которые... Але имели... зараз питання да. не про Радянський так Союз, да. а вот саме про незалежну Україну в перші роки існування і зараз. Ну, ответить на это все равно нужно взять сдалеку. Ситуацию тогда. Добрый. Когда распался Советский Союз, мир очутился в однополярной ситуации. Когда была самая богатая, самая мощная страна Соединенные Штаты Америки. И они решали свои задачи, начали решать очень легко во всех концах мира, в том числе и в Украине. И с началом независимой Украины мы ощущали внешнее влияние. И поскольку руководство страны взяло курс тогда на заигрывание с Западом, вот мы попали под западное влияние. И если мы помним первые шаги независимой Украины, а мы с самого начала очутились в определенной международной изоляции, потому что кто помнит, как Украина ратифицировала договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Значение бомбардувальников стратегических, так, да, забыл. Ну, мы ратифицировали этот международный договор с оговоркой, которая позволяла нам оставить определенное количество ядерного оружия, стратегического, на нашей территории. И мы попали до декабря 2014 года в международную изоляцию, находились под мощнейшим давлением и Соединенных Штатов Америки, и Российской Федерации, и других стран. Может, на 14-го року? А, ой, я извиняюсь. Я задумывался. 94-го, да. Потому что у меня так уже, знаете, в моем возрасте десятилетия быстро так меняется. Да, в 94-м году. И мы были вынуждены в 94-м году второй раз выносить договор СНВ об ограничении наступательных вооружений на ратификацию. И по второй ратификации мы полностью отказались от тех 176 стратегических баллистических ракет,
которые были дислоцированы на нашей территории, и присоединились как неядерное государство к договору о нераспространении ядерного оружия. Тут особо вплыв Соединенных Штатов. Чтобы это было прямое влияние Соединенных Штатов Америки. Это все на моих глазах происходило. Кстати, когда Украина была в процессе обретения независимости, мы же помним приезд старшего Джорджа Буша, его выступление в Верховной Раде. Я был на этом выступлении в 1991 году, когда лидер Соединенных Штатов призывал Украину не выходить из состава Советского Союза. И главный мотив этого выступления был, что Соединенные Штаты очень боялись, когда на месте одной ядерной державы с одним понятным управлением во главе с Горбачевым, который стал марионеткой Запада, окажется несколько ядерных государств, а именно Беларусь, Украина, Казахстан, Российская Федерация. И это был мотив. Но когда мы второй раз ратифицировали договор о СНВ, мы подписали тогда в 1994 году такой печально известный Будапештский меморандум, про него по зараз которому багато згадують. Западные страны, Китай и Российская Федерация, гарантировали... Великобритания, США та Российская Федерация. Китаю не було. Китай позже присоединился. Китай подписал Будапештский меморандум позже. Кстати, Франция тоже подписала этот меморандум. Добре, а от якщо просто порівняти вплив тоді і зараз, він посилився, і в чому це проявляється? Тобто раніше, наприклад, вони не могли Абрамовича призначити там на таку високу посаду з допуском до державної таємниці та допуском до оборонних заводів. Я щось мені важко уявити, що тоді це можливо було. А от зараз можливо. Тобто в чому саме полягає вплив тоді і зараз? Безусловно, влияння усилилось. І прежде всего тех же Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что по состоянию на тот же 91 год не было присутствия американских транснациональных корпораций в экономике нашей страны. Не было присутствия в секторе безопасности и не было зависимости Украины. Мы производили весь спектр вооружений, которые необходимы были для защиты нашей страны. Сегодня ситуация совершенно другая. Если мы возьмем вот то, чем гордится нынешняя власть и прошлое, что Украина стала большой аграрной страной. Ну, со смешно так. Посмотрите, кто сегодня в аграрном секторе. Американская компания Monsanto. Вот на юге Украины стоят громаднейшие предприятия Monsanto, громадные эти башни по ферментизации сои там и всего остального. Возьмем давайте еще стратегический сектор, сектор энергетики. Колоссальное давление о закупке ядерных элементов топливных для украинских атомных электростанций. Сектор обороны. Оружие идет из условного Запада. Соединенные Штаты Америки напрямую поставляют нам определенные вооружения. Государственная служба. У нас есть высшие государственные служащие, которые имеют гражданство не Украины, в том числе, о котором вы говорили. И сектор государственной безопасности – практически сегодня контролируется спецслужбами извне, тоже не секрет. Ну так, це так, дуже така песимістична історія. На жаль, час нашої програми вичерпано. Я дякую вам за змістовну розмову. З вами була програма «Без протоколу». Я є ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!